Добрый день, дорогие друзья! Как под копирку, сегодняшний день напоминает вчерашний. В плане того, что вчера человек 50 сидело и смотрело, как ловит один. В принципе, Никита Андреевич свою комбинацию рассказал рабочую. Сегодня то же самое. Вот рыбачки, которые ловят, весь водоем смотрит на них. Молодцы. Расскажите, пожалуйста, что работает сегодня? Весь водоем сидит и смотрит на вас. Что работает сегодня? Работает прикормка пелец осетровый. Угу. Вот запаренный. И пуфики. Ну, пуфики, как они называются? Трапперовские. Шарики. Шарики, да. Слива. Слива тут. Да, слива тут. Дистанция. Дистанция, ну, где-то метров 30-40, да, по-моему. Больше 40. Больше 40, весь на дальнике, да? Да, поводки? А, какие поводки? Это флет. А, флет. Да, на флет. Крючочки какие на флете стоят? Ну, мелкие стоят, потому что, ну, крупные не ставили из-за того, чтобы хорошо заглатывал. И, ну, все очень деликатно, да? Да, да, да. Какая по счету? Ох, даже не скажу. Наверное, 6-я, может, 7-я. А, ну, то есть мы еще считать до таких пока умеем, да? Да, да. А, ключик найден, отдых удается. Да, прекрасно все, спасибо и водоему, все шикарно. Ну, приехали вообще на сутки, пытались взять сетра ночью.